в России, не уйти в изгнание. Жили в Европе, на Балканах, в Малой Азии. И вот только в конце 19 века начали они сюда массово евреи возвращаться, чтобы строить здесь законное, легитимное еврейское государство. Покупали себе землю, начинали заниматься сельским хозяйством. Было очень много людей, которые помогали первым еврейским поселенцам здесь обосновываться на этой земле. И один из таких людей, звали его Йошуа Ханкин, прекрасно знал арабский язык, и покупал он здесь землю для того, чтобы здесь могли евреи селиться. И вот справа от нас сейчас будет виден небольшой город, называется он Хадера. Его название происходит